внизу встретили Расула Мирзаева, очень приятный мужик. Я задал ему самый главный вопрос. Кто, по его мнению, сегодня победит? Он сказал, что очень многое зависит от того, кто много кушает и кто больше ест протеина. Поэтому я пойду попробую. Я-то здесь видел стенд с протиками. Расскажите еще, я вижу два вкуса, да, есть или что-то, клубника. И что с этим делать? Я типа, чтобы стать большим и сильным, нужны вот именно протеины вот в таком шейкере специальном. То есть это получается как чистые мышцы мне пойдут, без жиров. Блин, я уже устал. Ну, будем большими и сильными. На вкус как молочный коктейль. А можно еще? Хочу быть очень большим и сильным. Ну, я, в принципе, уже большой.